Всех приветствую, продолжаем знакомиться с творчеством художников и их автобиографий. Энрико Поластринни, итальянский художник, историк, директор художественной школы. Родился 15 июня 1817 года в Ливорно. Начал свое обучение в качестве ассистента в мастерской местного художника по имени Винченцо де Бонис. В 1829 году, в возрасте всего 12 лет, он поступил в Академию прекрасного искусства Флоренции, где учился под руководством Пьетро Бенвенути, Джузеппе Бецуоли, Джованни Фатори и Сильвестра Лега. С 1835 по 1841 год создал 32 сцены из «обрученных», кавычках, проект был заказан французским предпринимателем Франсуа де Лардерелем для украшения своего особняка в Ливор. В 1837 провел свою первую выставку в Академии. В 1851 подал заявку на должность директора в Академии прекрасного искусства Сиены, но вместо него был выбран Луиджи Мусси. Два года спустя, в 1853-м, он был назначен профессором своей альма-матер Академии. Стал постоянным участником культурных салонов в доме архитектора Франческо Бартолини и его жены, поэтессы ирландского происхождения Луизы Грейс Бартолини. Был избран членом Академии изящных искусств в 1859 году. В 1860-м стал членом консультативной комиссии по изобразительному искусству провинции Ареццо и Флоренции. Наибольший успех пришел к нему в 1861 году на национальной итальянской выставке с картиной «Сиенские изгнанники», над которой он работал с 1842 по 1856 год. Стал директором Академии в 1867 году, занимал этот пост до 1875. Среди его учеников там были Эгисто Ферроне, Франческо Джоли, Тисо Лесси, Луиджи Беччи, Адорадо Барани, Чезаре Бартолена, Никола Кончини, Витторио Матео Коркос и Стефано Усси. Умер 19 января 1876 года во Флоренции. Ну вот так вкратце из переводной Википедии о итальянском художнике-историке, директоре художественной школы Энрико Поластрини. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.